Так, народ, здравствуйте. Я вот возле сейчас возле вот этой приемной, да, приемной президента. Вот. Вот приемная президента, вот здесь вот я нахожусь. А, вот это здание большое, вот. Это здание, да, большое. Вот. В общем, в центре города. Здесь получается улица, по-моему, Амира Тимура. Да, Амира Тимура. Вот я вышел уже из здания. Вот, в общем, это приемная президента. Я неоднократно, да, обращался, да, по поводу как бы своих вопросов нерешенных. Здесь не знаю, как его должность, директор он или кто-то. Сколько обращался, бездействует. Да, бездействует, в общем, этот человек. Вот. Что делать мне с ним? А ну как его? Если он бездействует, он там не должен работать, народ, понимаете? Его нужно убирать, нужно его. Увольнять его, пускай он застоялся уже. Пускай другие люди работают. Если он бездействует, понимаете, народ? Вот это адрес, улица Амира Тимура. Или 6, или что-то, или 8 дом. Вот, понимаете, он бездействует, понимаете? Вот это приемная в центре города. То есть, если человек бездействует, не помогает народу, гражданам, тогда его увольнять надо. Пускай он освобождает место для работы других людей.